ЦСКА Баскет Шоу. У нас сегодня Евролига здесь на Мегаспорте. ЦСКА, Цервена Звезда. И в сути, в гостях в Бигейм-шоу Ира Мехкова, Игорь Жибраилов, авторы, создатели женского стендапа. Привет. Здравствуйте. Привет. А почему спиной начинала эфир? Там очень красивые мужчины. Очень простой вопрос, я всем его задаю. Вы на баскетболе часто бываете? Я первый раз в жизни. А я заметил. Да, и по-моему, не последний. Я ходил прям сюда смотреть. Я мечтал играть на ЦСКА, когда был маленький. Серьезно? Я занимался баскетболом, да. То есть прямо... А занимался где? На Урале, в Шадринске, поэтому шансов у меня не было. Но мечта была. Ну там мы просто находили кольцо и бросали что-то. Носки там. А у вас... Постоянно в женском стендапе шутки там про отношения самые. А почему про женский спорт? Там даже про фитнес ничего особо никто не шутит. А лучше мы им не занимаемся. Да нет, почему? Вот вы запоминаете то, что сами запоминаете. У нас есть шутки и про спорт, и про женский футбол у нас были шутки. Да, про женский футбол где было? Я сейчас схожу, посмотрю, и будет блог про баскетбол. Недавно мы ездили отдыхать в Турцию, играли там, там было поле баскетбольное, вот где там мы поиграли чуть-чуть. Да? Очень, два раза из 10 я попала. Ну это хороший процент, рабочий. Для центра, да. Для Инстаграма, во! У нас в гостях при гейм-шоу, здесь у паркета, Алена Апина, легенда музыкальной сцены России и не только. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Я счастлива, рада, что добралась. Да. Ветер, на улице ветер, но весенний ветер прекрасный. Приятный, да. Да, поэтому, как бы, несмотря ни на что, я здесь с вами. Вы, кстати, на прошлом эфире, когда вы были так давненько уже у нас, назвали Джоэля Баламбоя самым симпатичным в составе ЦСКА. Не, ну сегодня у меня все поменялось. Вот так эти женщины. Да, сегодня Майк, я за него буду болеть, поэтому все поменялось, да. Весна, это, седина и блеск в ребро, поэтому... Сегодня Майк у меня. Одна, кстати, песня называется «Командир корабля». Думаю, можно с Майка позвать сняться, как он. О, вот это вот красота. А командир корабля плавательного или воздушного? Любого, баскетбольного. Прекрасно. Да. Подходит. Подходит. Ну, в принципе, можете и Курбанова туда же позвать, Никиту. Обязательно. Как он бы, просто... капитан? Я думаю, что... Я знаю, что он любит музыку. Я знаю, что да. Он там Красенбауму неровно дышит. Да. Да, да, да. Поэтому я... Те, которые любят музыку, сам хорошо поет. Я думаю, что надо, может быть, с ним фит какой-нибудь закрутить. О. Есть поющие баскетболисты, нет? Нет. Я думаю, что, знаете, у нас есть грузин, Торник Кишингели. А? Я думаю, что все грузины хорошо поют, нет? Да нет, наверное, Никитка лучше будет. Майка в клип, Никитку в фиты. Будем петь. Прекрасно. Спортивный комментатор, наверное, самый узнаваемый голос России прямо сейчас, Владимир Стогниенко, с дочерью Катей. Да, здравствуйте. Как ваши дела? Но я не был на баскетболе лет 20, потому что я, когда был студентом... Не 20. 20. А, знаете, точно вам скажу, с финала 4 2005-го. Ну, все-таки не 20. Да, а до этого я был когда студентом, я ходил все время на Евролигу, но это еще Базаревич играл за ЦСКА еще. А дочь у меня впервые на баскетболе. Класс! Ну и как обстановочка? Обстановка как? Прекрасно. У нас есть пара фраз на экране, которые возникнут, и попросим перевести. Это баскетбол, сразу говорю, все это про баскетбол. Я попробую. Катя, ты знаешь сербский? Я знаю, что я старая черка. Старая черка, старшая дочь. Старая черка. Ну что ж, вот так вот. Защитник. Верно, потому что это же, как это, оборона. Да, да, да. Кошарка. Вообще, кошаркац – это игрок, баскетболист именно подразумевается. Так. А игра, что ли? От баскетболист, правильно, как это будет? Баскетбол. Площадка. Нет, баскетбол. А, прям баскетбол, да? Да, кошарка – баскетболист, что... а это баскетбол. Кошаркарска утакмица – это баскетбольный матч. О, у нас в гостях Надежда Петрова. Как часто на баскетболе бываете? В Москве, в России вообще первый раз вышла. Мне нравится эта поправочка. А так? А так, да. Ну, я долгое время жила и базировалась, тренировалась в Майами, поэтому даже владела сезонными билетами на Майами Хит. Как тренируются теннисисты и баскетболисты? Есть что-то похожее в этих самых тренировках? Все-таки боковые перемещения во многом похожи. Да, конечно, боковые перемещения, но, опять же, надо работать на точность в баскетболе, да, броски. У нас же в теннисе примерно все то же самое там. Отрабатываешь все удары на точность. Ну и, конечно же,
уделяешь много внимания общей физической подготовке. У нас в студии у паркета учредитель благотворительного фонда «Добро вместе» Диана Пегас. Привет, как дела? Привет. Команда «Добра». Команда «Добра» — наша совместная акция с ССК. Мы безумно рады данной коллаборации. Мы очень благодарны и игрокам, и главному тренеру, и всей команде, в принципе, закадровой, да, кто отозвались. Мы очень надеемся. Нашей поддержки. Да, и девчонки очень классные. Мы со всеми сдружились. Все абсолютно на фотосессии просто с лету нашли контакт с животными. Это так было приятно лицезреть. Акция наша заключается в том, что животные с нашей платформы, которые имеют своих волонтеров, либо своих кураторов, они ищут дом, они ищут семью. Это вылеченные животные. На сегодняшний день они абсолютно здоровы. Практически все молодые, готовы к долгой, совместной, счастливой жизни. Забирайте, да. И да, у нас на сайте ЦСКА.баскетбол все подробности об этой акции на сайте ЦСКА. ЦСКА.баскетбол, заходите, читайте. Да, там можно кликать абсолютно на каждого животного, видеть его карточку на нашей платформе dobrovmeste.ru. История этого животного. Суть нашей акции заключается как раз-таки в том, что каждое животное по кликабельной ссылке с вашего официального сайта ЦСКА так. можно забрать, найти ему дом, дать ему дом, дать ему любовь, дать ему семью, наконец-таки. Потому что, вы знаете, практика и опыт показывает, что животным с улицы, вот когда подъезжаешь, например, их кормить, да. им нужна не столько еда, сколько погладить, да. сколько да. внимания и просто теплая рука да. небезразличного человека. Поэтому мы очень и очень надеемся, что действительно наша акция завершится успешно. И после нее у нас будут последующие акции, уже более глобальные, по пристройству, по лечению, по спасению жизни совместно с теми профессионалами и гордостью нашей страны, которые тоже оказались небезразличны к данной глобальной проблеме. Ежедневно будет обновляться информация в наших официальных аккаунтах dobrovmeste.ru и ЦСКА Баскет. Да, дорогие друзья, это прекрасная акция, поэтому давайте надеемся, поднажмем и всех себе заберем. Следующая собака, я точно возьму ее, уже договорился с женой, возьмем вот каким-то таким образом, из приюта. Мы не будем... Серьезно? Давайте. Уважуха. Добро, вместе. Диана Пегас, Евгений Сидыр, всем большое спасибо, болеем за ЦСКА. Скоро увидимся, пока.